Что такое современный боевой самолет? Прежде всего, невообразимый, разрушительный потенциал, огненная смерть, притаившаяся в ракетах и бомбах. Игра F-15 дает возможность оказаться в кабине одного из самых новых и самых эффективных американских самолетов. От этой игры просто захватывает дух. К примеру, когда вы скользите над горными вершинами или руслами рек. И жаворонки, и совы смогут слазь порезвиться в небе. В F-15 предусмотрены дневные и ночные миссии. Во время игры вам, к примеру, удастся полюбоваться полнолунием. Главное же, безусловно, полет в Персидский залив, где вам необходимо разнести в пух и прах военные объекты Саддама Хусейна, прямо как в настоящей операции «Лиса в пустыне». Но самое интересное – это, конечно, боевые миссии. Они дадут вам возможность сразиться в небе с самолетами противника. Задача формулируется предельно просто – долететь до определенной точки и остаться в живых. В игре есть несколько приятных мелочей. Вы можете с разных точек следить за движением самолета, видеть, как он выпускает и убирает шасси, манипулирует тормозами во время маневров. Еще одна из примочек – виртуальная кабина. С экрана убирается приборная панель и вообще все лишнее. И геймер наслаждается видом ландшафтов под крылом самолета, поворачивая голову в любом мыслимом направлении.